Льготный проезд на коммерческих маршрутах. С момента запуска пилотного проекта прошло 3 месяца. Новую систему опробовали в 5 муниципалитетах Московской области, в том числе и в Люберцах. Как зарекомендовала себя транспортная реформа, обсудили в администрации городского округа. Пилотный проект по введению льготного проезда на коммерческих маршрутах оказался востребованным. С 1 августа в городском округе Люберцы этой услугой воспользовались около 1 000 000 пассажиров. Участниками эксперимента стали 11 транспортных компаний. Соблюдение новых требований администрации муниципалитета держит под особым контролем. Сначала пилотного проекта на отказ принимать социальные карты в рамках пилотного проекта поступило порядка 600 жалоб. В основном жалобы поступали в первое время на отказ принимать водителями и пассажиров социальные карты, карты москвича. Они у нас не проходят. Проходят только карты социальной Московской области. Кроме Люберец, в пилотный проект вошли Одинцово, Чехов, Ленинский и Наро-Фоминск. Участники эксперимента, а также представители Министерства транспорта Московской области и Мособлдумы обсудили актуальные проблемы за круглым столом. Самый главный вопрос – перечисление субсидий перевозчикам. В ближайшую 1,5 недели госпрограмма будет подписана, и к 25 числу, как нам пообещал представитель министерства, будет оплачено. И я думаю, все вопросы уже снимутся. И, конечно, не будет таких задержек в течение 3 месяцев по оплате. В соглашении предусмотрена оплата раз в месяц. Возмещение компенсации за обслуживание пассажиров-льготников транспортные компании получат в полном объеме. При подсчете суммы будут учитывать тарифы конкретного перевозчика. На сегодняшний день у этого проекта нет аналогов в России. С 1 января он заработает на территории всей Московской области. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.